Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас в гостях Даша Лобода, абсолютный чемпион 2002 года соревнований Евгения Садового. Привет, Даш. Здравствуйте. Расскажи, как тебе удалось достичь таких успехов? Ну, я много тренировалась, вот. Ну, как бы ходила каждый день тренировки с выходной. Ну, расскажи, у тебя как день проходит обычно? Какой распорядок у тебя? Ну, сначала я утром иду на тренировку, потом прихожу домой, полежал, и потом опять на тренировку. То есть две тренировки в день? Да. И по сколько часов? По два часа. По два часа. Какая же? Четыре часа в день? Да. Молодец. А как, учеба не мешает? Нет, я отличница в школе. Отличница? Да. Какая молодец. Это очень здорово. А какие планы на ближайшее будущее? Ну, хотелось бы попасть в команду Санкт-Петербургской области, в Санкт-Петербург, ну и стать чемпионкой мира. Чемпионка мира, или олимпийская чемпионка, да. Естественно, да? Ну, я думаю, у тебя все получится. Спасибо. Желаю тебе успехов и дальнейших успехов в своей спортивной карьере. Спасибо.